В Ленинградской области реализован пилотный проект по созданию паспортов трудовых ресурсов муниципальных районов. Документы, включающие в себя информацию о составе населения, трудовых ресурсов в каждом поселении и перспективах развития рынка труда, разработаны для 18 районов и городского округа. Паспорта актуализируют в себе подробную информацию о населении, объеме и составе трудовых ресурсов по каждому населенному пункту отдельно. В течение года областная биржа труда собирала информацию о численности занятых в экономике граждан, не работающих или ищущих работу, но не обращавшихся на биржу труда. С помощью паспортов трудовых ресурсов удалось оценить объемы нелегальной занятости населения, а также трудовой миграции внутри территории района и за его пределами. Эти данные будут крайне полезными для инвесторов, которые захотят локализовать производство на территории области. Эта информация также будет востребована муниципальными и региональными органами исполнительной власти при составлении коэффициентов развития той или иной территории. Стоит отметить, что в Ленинградской области в начале 2018 года установился рекордно низкий уровень безработицы. Он составляет только 0,31% от числа трудоспособного населения региона. В то время как в банке вакансий региона находится более 20 000 незанятых рабочих мест.